Ками, держись. Все там трампарк просвечивает. Самое интересное, что ничего не знает, знаете, об этом ты и разговор. Ребят, посмотрите сюда ничего. А вот так он примерно выглядел во время своего рождения. Я тоже потом скину. А все изначально не смотрят, потому что знали. А что у него патри нет? Зависит по знак. Поэтому, когда его патри нет, мы никогда по. Да, младший брат просто красавец. Но я думаю, усилием реставраторов и старичок со временем будет выглядеть так же шикарно. Дипломат.ру продолжает вести репортаж с Петербургского музея транспорта, который начинал с трамваев. Теперь у него появилась секция и автобусов. А вот те большие окна, они были специально сделаны для фестиваля московского 1957 года, чтобы делегаты фестиваля, гости столицы могли через эти окна на крышах любоваться на гордость того времени столицы нашей, это многоэтажными небоскребами а-ля СССР. Строго по образцу вот именно вот эти, чтобы даже когда он поехал восстановленным, все удивлялись, а где вы такой взяли, где вы нашли? Это самая большая похвала для реставратора, потому что он говорит, ну его восстановили, он был на помойке. Да нет, он не был на помойке, он говорит, просто где-то стоял. Это самая большая похвала. И когда ты доказываешь, что нет, это мы сами реставрировали, люди не верят, вот это лучше всего является доказательством, что работа хорошая, на хорошем уровне. Обязательно, да, мы не сомневаемся. Не сомневаемся. Примерно по времени? По времени, если у нас не будет организационных работ по привозу других экспонатов, то это год очень плотно работает. Вы можете сказать, потому что нельзя посчитать энтузиазм. Когда он большой и с утра до вечера сидишь на реставрационных работах, посчитать это невозможно. Когда мы думаем, что так, сейчас на часах 4 часа вечера, да? Наверное, до конца дня там поработаем, часика через 2 минуты. Работаешь, работаешь, 25 часов прошло, а глаза горят, руки тоже горят, все горит, работа горит, интересно работать, поэтому бывает так, что заработаешься, уже не веришь, что уже 10 часов вечера. Вот скажите, я мне
прочитала, что вот этот автобус был выпущен... Мы можем упустить крышку, потому что я сейчас... Это небезопасно. Да, отпусти.